Ну а сейчас мы находимся здесь, в развлекательном центре «Космикс». Сегодня здесь празднует свой корпоратив компания «Сошин». И сегодня этот коллектив будет подводить итоги уходящего года. Ну и, естественно, уже встречать наступающий 2015. Впереди хорошее настроение, боулинг, игры, танцы и, естественно, ваши улыбки, друзья. В конце 2014 года мы ставили перед собой задачу вырасти в 3 раза. Это была нормальная задача, которая укладывалась в нашей голове. Мы понимали, что мы можем эту задачу выполнить, достичь. В результате мы перевыполнили ее. Мы выросли в 5 раз. По всем показателям, по каким-то показателям даже больше. Команда есть, команда единая, команда дружная, команда, у которой есть современные технологии, которая знает, что делать, как двигаться вперед, как развиваться, как добиваться индивидуального успеха, как добиваться коллективного успеха. Более 40-50% в месяц темпы роста, которые мы показали, начиная с конца лета. С наступающим! Юху! 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 Юху!